привет! Сегодня у меня небольшой анпакинг. Это лазерный гравер The Caker. Сейчас мы будем его распаковывать. Шел он, наверное, примерно 2 недели. Сайт GearBest. Вот, собственно, как он мне пришел. Меня немного смущает вот это. То есть видно, да, что пакет разрезан. И вот мне интересно, это было сделано с целью того, что коробка просто не могла влезть в пакет, и поэтому ее вот так вот как-то, ну, вообще не очень похоже. Похоже на то, что на таможне просто вскрыли, но при этом я не вижу никаких пометок с тем, что его скрывали на таможне. Как бы здесь ничего такого не написано. Обычно, если уж скрывают, то что-то пишут. Ну, как бы, что поделать? Будем смотреть так. Надеюсь, что там все на месте и все цело. Достаточно толстая инструкция, даже с картинками, что есть очень даже хорошо. Язык английский, что тоже хорошо. Я так понимаю, это инструкция, как пользоваться программным обеспечением, которое, по идее, должно быть там в комплекте на флешке. Сейчас попробуем смотреть. В принципе, все интуитивно понятно, но в этом мы еще будем разбираться. Конечно, перед использованием я все это прочитаю. И только потом буду пробовать. Так, ладно, это откладываем. Смотрим дальше. Какой интересный момент. Вот здесь вот винтик. Ну, я очень надеюсь, что этот винтик просто попал при запаковке. И не является комплектацией. Судя по внешнему виду... Волосы — это не прикольно. Ага. Все-таки его, походу, вскрывали, потому что здесь разрезан скотч. Хотя, может быть, это я разрезал. Ладно, посмотрим. Собственно, сам гравер он здесь. Это отверточка с шурупчиками и гаечками. Это для установки защитного экрана. Значит, хочу обратить внимание, что розетка европейская, не наша. То есть, но у меня есть переходник, и я очень надеюсь, что он подойдет. Так, здесь вот есть вставочки, пробнички, это фанерка и картоночки. Я так понимаю, это для тренировки. А, вот у нас флешечка есть обещанная. С программным обеспечением, что очень даже удобно. Так, что у нас дальше? Это у нас есть провод,
Скорее всего, да, это USB-шка для компьютера, для подсоединения к компьютеру. Ну, непосредственно сам. А, это вот, собственно, сам защитный экранчик. Так, его мы сейчас тоже прикроем. Это мы еще не нужно. Ну, и слава богу, все цело. Но все-таки я склоняюсь к тому, что на таможне его вскрывали. Ну, господи, ладно, это их дела там. Ничего страшного. Здесь, как видите, упаковка добротная. Здесь поставлены такие вот мягкие вкладыши, чтобы при транспортировке это все не травмировалось, не пострадало и не сломалось. В принципе, все вроде цело. Ну, хорошо. Также здесь подвижные части скреплены хомутами, которые мы тоже сейчас разрежем. Так, здесь на корпусе кнопочки. Также установлены такие прорезиненные накладочки. Очень хорошо, чтобы на поверхности не скользил. Так. На эту часть лицевую нам надо установить защитный экранчик. Он обклеен защитной пленкой с двух сторон, которую мы сейчас снимем. Этот гравер предназначен для выжигания на картоне, дереве, я надеюсь, коже. На коже, собственно, я его покупала за тем, чтобы на коже делать гравировку, потому что у меня очень часто в заказах хотят там красивым шрифтом что-то, чтобы было выгравировано, но я отказывала в этом, потому что как бы, мне было нечем это делать. А сейчас есть. У него небольшая мощность. На металле, конечно, и на стекле он гравировать не будет, но для дерева и картона он вполне себе сойдет. Собственно, мне от него многое не надо. Так. Это дело пустое. Хорошо, когда в комплектации есть все. Не нужно искать подходящие отвертки и прочее. Мелочь. Кстати, гравер достаточно недорогой, стал мне около
4500. И доставка с деком до дома. То есть мне даже не пришлось ходить на нашу прекрасную почту России. Стоять там в очереди, что? За некоторое время до прибытия в Россию мне пришло уведомление на телефон о том, что мне нужно указать некоторые данные свои и выбрать день и время доставки, что было просто прекрасно. И мне очень понравилось. Так, ну что, теперь станочек готов к работе. Здесь вот установлен вентилятор, сам лазер. И, собственно, все. Сейчас я пойду установлю программное обеспечение и что-нибудь попробую выжечь. Я докупила такой переходничок в нашу розетку. Одеваем его. Сидит плотно, не люфтит. И я думаю, никаких проблем с этим не должно быть. Так, сейчас мы, собственно, будем устанавливать ПО. Это пример того, что можно гравировать. Точнее, эти картинки можно использовать для этого. Угу. Вот, собственно, сама программа. Итак, что нам нужно для того, чтобы начать? Значит, мы зашли в нашу программу. У меня подготовлен в PNG мой логотипчик, который я хочу сделать. Добавляем его сюда, выбираем серый, делаем на 100%, делаем инверсию. Вот, нам нужно выбрать размер, который мы хотим. То есть, допустим, пусть это будет 2 на 2 сантиметра, нажимаем Save. И все, что нам осталось, это нажать кнопочку Done. Нажимаем кнопочку Connect. И нажимаем позиционирование. То есть сейчас лазер позиционирует нам нашу картинку. Я сейчас двигаю картинку. И лазер подстраивается под то, как я двигаю. Значит, так вот бегает лазер. Ну и осталось нам нажать на кнопочку старт и посмотреть, что будет. Перед началом использования необходимо с помощью колесик на самой лазерной головке установить фокус, чтобы на поверхности была маленькая точка. Ну вот, лазер начал выжигать. Я, правда, пока ничего не вижу. Что там? Хотя нет, что-то проявляется. Появился небольшой запах. Ну, вполне себе. Так. А, значит, лазер закончил. Начали мы в 11:33, а сейчас 12:13. То есть получается 40 минут. 40 минут. Ну, скажем так, это долговато. На поток что-то не поставишь, конечно. Но если нужно что-то сделать в единичном, то вполне возможно. Так, сейчас объясню, почему у меня так все заставлено. У меня ходит собака, и если я могу его контролировать, чтобы не смотреть на лазер, да, с других сторон, потому что защитное стекло только с одной стороны, то собака, конечно же, нет. Поэтому мне пришлось вот немножко так вот защититься. Сейчас мы это все уберем. Однозначно. Я в фотошопе заливала белый фон. Вот прям стопроцентно белый.
Видимо, лазер считает, что даже белый надо прожигать. Это вообще как бы точно не подходит. Поэтому, скорее всего, надо переводить в какой-нибудь типа формат PNG и делать фон прозрачным. То есть там, где бело, там должно быть прозрачно. Потому что, ну, ластиком это все будет вытереть, который есть в программном обеспечении, просто невозможно. Тут, ну, сколько я должна потратить времени в фотошопе, это, конечно, будет все быстрее. Буду пробовать еще раз. Только сделаю фон прозрачным, оставлю только то, что нужно выжигать. По поводу самой гравировки, она отличная. Я даже, скорее всего, буду уменьшать, потому что, ну, черным черно. Занимает достаточно много времени, поэтому смело можно уменьшать. И глубину, скорее всего, можно оставить, а вот мощность лазера спокойно. Ну, я считаю, эксперимент удался, первый косяк, но будем, значит, пробовать по-другому, изменять параметры и добиваться хорошего результата. Пробами и ошибками я добилась, наконец-то, правильно, надо было в фотошопе сделать в PNG формате файлик с прозрачным фоном, поэтому никаких лишних элементов не пропечаталось. А здесь я слишком маленькую мощность вывела, а здесь уже, значит, у меня получилось 70% мощности, 30% глубина. Вот, я таким результатом очень довольна. В принципе, нужно экспериментировать, пробовать на разных материалах. И вот, положительный результат, я рада. Сейчас я гравирую на коже, и уже видно, что тоже выжигается. Запах, конечно, не очень, но вполне себе терпим. Так, ну что, лазер закончил работу. Достаем и будем смотреть. Смотрите, как классно он гравирует на коже. Кожа растительного дубления. Я довольна. Это вот то, что мне нужно было. Да, конечно, по времени это занимает прилично, но, блин, на это может потратить время, действительно. Ну вот и все, пожалуй, на сегодня. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, я обязательно отвечу. Всем спасибо за просмотр и пока!